Пусть заходит. Хорошо? О, каким ветром! 100 лет спустил. Да, буквально на секунду заскочил. Хорошо, проходи, садись. Спасибо. Ну что, за встречу, друзья, по 5 капель не против? Или как-то у вас? У вас, как всегда, все на готове. У вас, как всегда. У вас, как ФСБ. Спасибо. Давай, за встречу. Почаще надо бывать у нас, или ты тюрьмы боишься? Да как тебе сказать? Работа не проворот. А что так? Да вот, на пенсию собрался, руководство попросило остаться. ЧП у нас серьезное, картина за границу плыла. Интересная картина, дорогая? Очень дорогая картина. Да, много еще такого добра по матушке миру бродит. Да, и вот думаю, или мне самому, или бойцов пошлю. Видимо, придется ехать. Ничего, работы у вас на эту силу хватит. Главное, чтобы живы, здоровы были. Да. Ну давай, брат, по 50 грамм, расторопишься. Хорошая русская закуска. Да, мировая закуска, живая закуска. Ну что, давай по последней. Я тоже особо времени не располагаю. Расхулиганились в последнее время. Ну давай за семью. Давай за наших. Ну что, браток, не забывай дорогу ко мне, всегда рад тебя буду видеть. Как закончишь свои дела в Канаде, позвони или просто объявись. Я не думаю, что вы там долго задержимся, практически все известно, закончим все быстро. Передавай привет семье, детишкам. Ты своим тоже.